Привет всем! Меня зовут Трал. Сегодня мы будем играть на Вов Сирус за мужчину-нагу чернокнижника. Итак, нам нужно выбрать лицо наги. Очень страшная нага пока что. Вот получилась красивая нага. Если мы играем за нагу, то и звать ее должны нага. Проклятие! Это еще что за чертовщина? Я что, звездочет? Ладно, сейчас разберемся. Надо найти подходящие способности для наги. Да не подходит это для наги! Очень сложно, друзья. Прошло 100 часов, и я нашел идеальное созвездие. Я тоже своего рода змея. Бесовщина! Как это недоступно! Пускай будет нага мужчина! Наконец-то! Черт возьми! Кто поет? На протяжении 10 000 лет затонувший так, город... Так, всем молчать! Войск, слушаем лор! ...заточие военной и магической мощи Наг в Великом море процветал и пользовался благосклонностью королевы Ашар. Очень познавательно! ...после того, как леди Вайш, дочь основательницы города, покинула владение Наг и отправилась в запределье с Иллиданом предателем. Иллидан тот еще предатель. Уже месяц сотку вернуть не может. А потому, чтобы восстановить утраченное доверие, наместнице Вайшира была поручена миссия – пленить Нептулона. Нет Талона! Но почему нет Талона? Провалился. Где мой Вайшир Талон? Был захвачен обозленными духами воды, а сами наги бежали, преследуемые слугами Нептулона. Какого Талона, черт тебя дери! Потерявшие свой дом, наги ищут новое место в этом огромном мире. О, а вот, похоже, и мой червяк. Итак, мы родились в каком-то шалаше. А это еще кто такая? Ладно, неважно. Да? Я буду читать все квесты. Мне интересен сюжет. Итак, пока нас смачно опускает наш начальник, и, видимо, первым делом нам предстоит поохотиться на крабов. Как-то у меня жил краб в банке, но потом я съел его. Итак, мой нага поплыл. Нихуя себе краб, я извиняюсь. Это уже чудо-юдо какое-то. Ну и уродец. Итак, сейчас мы будем с ним сражаться. В бой! Главное это вовремя прожимать скиллы. Итак, как вы видите, мы уделываем тупого моллюска. Напишите в комментариях, как вам уровень моей игры. Я думаю, у меня очень хорошо получается. Еще немного, и мы уничтожим надменного краба. Ура! Я прошел Вов Сирус! Шутка. Итак, как вы видите, наш нага очень сильный. А пока что я хочу спеть вам песню. Только что сочинил. Нага-нага-нага истребляет краба. Пока все. Как вам? А тем временем мы разносим лицо второму крабу. И судя по всему, у нас сейчас будет левел-ап. И мы должны научиться призывать Самона. Ну. Ура! Мы достигли второго уровня! Теперь мы умеем призывать вот такого черта. Он ебашит фаерболами похлеще нашего. Теперь мы разваливаем тупых черепах за пару секунд. Вот и все. Кто следующий? Итак, трусливый рачок позвал своего братана. Но вместе с чертом мы развалим обоих. Тупые креветки.
Наконец-то с кальмарами покончено! Остался последний! Я исполнил наш договор. Проклятие! Почему предметы красные? Напишите, пожалуйста, какого черта они красные! Итак, мы четвертый левел. Идем дальше по мейну. И нас просят принести голову какой-то королевы. Видимо, на ужин будет уха. Давайте пока исследуем местность. Не бойся. Ашвала натуре. Все пойдут на дно. Пора мутить воду. Почему все предметы красные? Объясните деду. Ого! Вот и дворец королевы Калцишари. Или Кальцедонии. Не помню. Проклятие! Королева — это мистер Крабс! Вперед, храбрый черт! Уничтожим королеву! Королева очень слабая! Полное позорище! Ладно, бей лучше черта! У меня их еще много, а я один! Все! Теперь этот дворец принадлежит мне! Ладно, я передумал. Да? Держи голову и вари мне уху! Уровни летят очень быстро. О нет! Теперь нам нужно уничтожить мурлоков! Ненавижу мурлоков! Только если в кляре! А вот и мелкая пакость. Отныне эти воды будут принадлежать только нагам. Как вам мое РП? Я теперь РПшник. Получай, лягушка! Он убегает. Убейте его. Туда его! Гасить мурлоков — это мой антистресс. И, кстати, нам дали новые способности. Давайте применим их на этой сардельке. Держи его, черт! Я пришел из темных глубин. Так, и что теперь? Похоже, теперь нам нужно к этой бабушке. Привет! Чего тебе надо? О нет! Нам придется подчинять вождя мурлоков. Что же она задумала? Куда я вообще плыву? Куда это мы попали? Судя по карте, пещера должна быть здесь. Даже сфера появилась. Ничего не пойму, куда идти. Ладно, поплыли в другую сторону. Я уже даже вижу землю. Надеюсь, я не заплутал. Итак, что же тут? Какие-то ящеры-мутанты. Ну что ж, давайте попробуем уничтожить их. Ох, ё-моё, куда ж я сунулся? Полундра, помогите! Эй, служивые, помогите! Делай свое дело! Ясно. На меня напала сумасшедшая рыба. Куда это мы заплыли? Я просто хочу найти крипов, чтобы больше прокачаться. Но здесь я, походу, сам сварюсь. Итак, я нашел племя каких-то бомжей. Сейчас призову черта, и думаю, мы тут все зачистим. С кого бы начать? Начнем с тебя. Ура! Благо тут все разваливаются с двух тычек. Идем дальше. Осталось совсем немного до нового уровня. Идем карать цинков. Ну все, держитесь, червяки.
А вот и я! Не ожидал! А ну иди сюда! Я теперь сильный! Надеюсь, я не всру, иначе будет просто позорище! На тоненьком! На очень тоненьком! Я аж вспотел! Дружка твоего туда же! Похоже, это снова тупик. Я заблудился. Люди добрые, как мне найти эту пещеру? Я уже все перепробовал. Либо я слепой. Думаю, на этом хватит. Если хочешь мне помочь, жду тебя завтра, в понедельник в 2 часа дня в царстве Нак. Регайся по ссылке в описании и играй бесплатно. И всем пока! На силу сыграй, весь мир пока!